Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-героя. Безумные правила, давай посмотрим, что у нас тут. При уничтожении растения или зомби случайный противник получает плюс 1 единицу силы. Так что ускорите растение и укрепите зомби. А я за кого буду играть? За зомби получается, так? Угу, против зубостезилы. Хорошо, давай попробуем. Твою налево, ну зачем это-то? Ай-яй-яй. Ну что, начнем потихонечку. Смотри, что творит, а. Ах ты, жук ты навозный. Еще творит. Так, а если мы сделаем вот таким вот образом, он будет прикрываться или нет? Ого. Ну, допустим, допустим. Кого он сюда поставит? Я не знаю, ребят, кого он сюда поставит, но... Я пропущу ход. Пускай он сюда ставит кого-нибудь, а мы... Сделаем... Сюрпризик небольшой. Ты смотри-ка, что творит. Я думал, что он... Ладно. Чего? Нет, парень, так дело не пойдет. Я, наверное, знаешь, что сделаю? Я сделаю вот так. Мне нужно набирать карты. Угу. О, хорошо-то как. Ну что, теперь погнали. Так, нам дают зомби-ниндзю. Так, еще карточку забираем. Замечательно. А вот по хпшкам не очень хорошо у нас получается. Да сколько мне этих дают-то, ё-моё. Так, нам нужно 2 единички оставить, да, получается. Значит, сделаем, блин, следующим образом. Поставлю сюда. Поставлю сюда. И пока все. Не знаю, кого он сюда сейчас влепит. Попробуем уничтожить щупальцами. Ой-ой-ой-ой, сразу 2. Ну что же, до свидания. Погнали. Хорошо. Так, минус. Минус. Замечательно. А вот теперь посмотрим, что он будет делать. Так, погоди секундочку. Наверное, я сделаю лучше так. И вот так. Опа. Ну что ж, давай. Подожди, зачем я так делаю-то? Вот так вот нам выгоднее. Погнали. Так, вытягиваю 2 карты. Окей. Угу. Так, вот это хорошая карта, ребята. Это у нас ландшафт. Кровожадность плюс прочерк. Ну что ты задумался-то, ё-моё? Ты серьезно?
Ну, а дальше что? Опять ты за свое, да? Ты все никак не угомонишься, ладно. Мы сделаем так. Сюда бомби. Великолепно. Ну что, погнали. Бум. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это вот. Вот это плохо. Четыре три. Ну давай я, например, сделаю вот так. Вот так. И вот так. Что зубостизила сделает? Твою дивизию, а? Ты смотри, что творит. Что, поставить, что ли, некого тебе? Ну и все, сейчас тебя раскурочим. Смысла вообще не вижу, ребят. Все, ему крышка в любом случае. Ну вот и победа. Блин, по-моему, громко, да? Так, ладушки, мы здесь выиграли. Давай посмотрим, что у нас за задание здесь есть. Так, нанесите 20 единиц урона героям за мех. Так, нанесите 20 единиц урона героям профессора мозговая атака. И выиграйте многопользовательскую игру. Ну что, давай сыграем за замеха, я так понимаю. 20 единиц урона нужно нанести именно за мехом. Эх, замех, ты где? Вот он. Давай хоть глянем, что у тебя там за колода. Замех у нас хочет сыграть на танцорах. Так, если на танцорах, зачем тогда вот эти вот? Это же не танцоры у нас. Это спортзомби. Это спортзомби. Танцоры у нас... Ну вот танцоры, да? Вот танцоры. Даже не знаю, тут какая-то солянка, если честно. Вообще не понимаю вот этой колоды. На танцоров вообще не похоже. Что это такое? Вот, объясни мне. Это что такое? Танцоры, вот, вот это вот надо брать, если танцоры. Вот у нас танцоры. Что еще у нас тут есть? Вот танцы. Вот танцы. Ну что-то все равно как-то... Не знаю, ребят. Какая-то фигня, а не колода. Я, конечно, попробую сыграть разочек, но... Бред. Просто бред. Ландшафты обязательно нужны тогда уж, получается. А вот это танцор у нас или нет? Да, это танцор. Так, нужно две карты убрать лишние какие-то. Давай, наверное, одну эту уберем и...
Не знаю, вот этого, наверное, убрать. Попробуем, ребят, как эта фигня тут. Я не знаю, мне кажется, замех он лучше все-таки на спортивной колоде шел бы, чем на этих танцорах. Не знаю, посмотрим сейчас. Ну давай быстрее кого-нибудь находи. Значит, нам нужно нанести 20 единиц замехом, потом 20 единиц урона нужно нанести профессор мозговая атака. Так, Ашлин, нашли, да, мы кого-то? О, ты посмотри, кто у нас. Солнце. Вспышка на солнце у нас тут. Угу. Да, лучше не придумаешь. Ну что, поехали, попробуем. Найдет кого-нибудь или нет? Кто-то у нас влупли... О, неплохо. Неприятный такой чувачок, если честно. Так, ну мне ходить некем. Ближайший это кто? Это у нас танцор. Так, вот это вот что он делает, а? Друзья, набирает два солнца. Зачем? Зачем ему два солнца? Неужели у него есть на земле минус один, а? Я не удивлюсь. Ты посмотри, а. Но он уже понял, что у меня колода на танцорах. И что творит? Видишь, что вытворяет? Две энергии. Давай вот так вот сделаем. Опачки, почему-то я не удивлен этому, ребят. Расскажи, где у меня флакон, а? Который должен быть. Защита будет сегодня срабатывать? Будет. Только толку мне от нее. Так, ну что, этого можно, в принципе, переместить будет, да? Так что давай, наверное, сделаем следующим образом. Так, и вот так. Возможно, молоточки. Оу, вот тебе и молоточки. Да как так-то, а? Сейчас солнечный удар сюда звезданет. Или вот, не, вот сюда, наверное, да? Ага. Немножко. Немножко не так. Вот что мне здесь сделать, скажи вот на милость, а? Как мне вот прикрыться? Почему ты вот пришел, когда... Вот когда нужен был, тебя не было, а? А тут, гляди-ка, явился, не запылился. А, видишь, что он тут делает? С прочерком, ребята! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, ребят, фейл. Тут ничего уже не сделаешь, к сожалению. Вот и сфейлились. Сколько мы урона там нанесли там? 8 это мало. Погнали. Нет, надо сейчас, ребят, попробовать другую колоду создать. За замеха. Давай проверим. Что если мы сделаем с тобой, например, спортивную колоду? Сейчас попробуем сделать. Так, вот этих вот, наверное, тоже возьмем двух. Так, тренеров обязательно всех нужно брать. Этого возьмем. Так, возьмем вот этого. Обязательно этого надо взять. Спортивная колода, да? П
Подожди, а зачем мне прочерк? Так, кого тут еще можно... А, вот же. Раз, два, три. Вот этого, наверное, возьмем одного. Купидошу возьмем. Я не знаю, нужен ли нам лекарь. Как бы лишним он не был бы. Курицу стоит брать или нет? Ну, кого тут еще взять-то? Я даже не знаю. Ну и все, наверное. Сумоиста, если еще только одного. Все, друзья, попробуем вот такой вот колодой. Нам нужно нанести 12 единиц урона, и, в принципе, задание будет пройдено. Ежедневки. Тренера взяли, этого взяли. Так, орех. Блин, на хилак, что ли? А я флаконы взял? Что-то я забыл. Ага, взял. Все, отлично. Флакончики я взял. Давай будем смотреть. А зачем ты так сделал? Зачем он так сделал, ребят? Я все могу понять, но зачем? Черт его знает, что у него там на уме. Почему? Он, наверное, хотел сюда, но у него получилось нечаянно, наверное, сюда влепить. Сердечко. Чё-то не то. Так, у него сейчас работает защита, понятное дело. Сейчас подумает, куда орех поставить. А, защита. Да ну, ты серьезно? Ты тратишь вот на вот эту защиту? Ладно. Что там у тебя на уме? Фиг его знает. Будем смотреть. Это ты зря сделал. Ага, вот так вот ты решил, да? Ты решил вот так вот сделать. Я еще раз говорю, ребят, я не знаю, почему он так делает. Очень как-то странно играет. Давай-ка я пропущу ход, наверное. Ну... Тут сработает защита у него. Ох, вот оно что. Вот оно что. Да, это серьезная заявочка. Так, срабатывает защита. А, нет, защита не сработала. Пока. Вот если он сейчас орехи тут наклепает, это будет бобо. Так, влупляет. С
Смотрим дальше. У нас защитник есть. Тогда мне вообще ничего не страшно, ребят. Тогда мне вообще ничего не страшно. Ну, если, конечно, он его не убьет. Это тебе не поможет. Смотри, что мы делаем. Это раз. И два. Ну и все, в принципе. Поехали. Нет, 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 это бесполезно, парень. Это бесполезно, все. Тут мы его вырубили. Ну что же. Да-да, нанесли. Так, теперь нанести 20 единиц урона профессорам мозговая атака. Вот это для меня уже целое испытание. Профессор мозговая атака. Вот он, тот профессор. Я не знаю, ребят, колода. Что такое? И танцы тут задействованы. Это что, вот скажи мне, что это за колода такая? Ума не приложу. Вот это вот, вот все лишак. Просто лишак. Курицы. Какой-то сброд. Вот это зачем? Что это за доборы какие-то? Вот эти нафиг они тут мне нужны. Ребят, короче. А, ладно. Придется завершить. Так, возьмем вот этого. Дальше. Вот так возьмем. Вот так. Вот так. У нас ландшафты здесь есть хоть? Вот это зачем? Ландшафты есть хоть один? Один только, да? Это не нужен нам такой ландшафт. Нам нужны вот эти вот. И последнее, это что бы мне здесь пригодилось, это, наверное... А что, у тебя бочки нету? Блин, а у него нету бочки. Короче, я не знаю, что за бредотня у нас тут получается. Просто бред. Единички урона. Конфетки. Доп-атака, например. А, доп-атака уже есть. Уже лежит. Шиш его знает. Давай вот так вот попробуем. Арена. Но тут 100%, ребят, проигрыш. Какая тут... Что это? Я не знаю, как за этого профессора играть. В прошлых сериях ты в этом, наверное, убедился. Там киш-миш у меня получался сплошной. Здесь просто надо нанести 20 единиц урона и все, и успокоиться. Так, нашли кого-то. Бончой. 15 уровня, но судя по тому, что он получил клевер, он играл. Вот это вот мне не нужно. Ну и выдали, а. Начинается, да? Да не буду я пока тут ничего делать. О, как. Видишь, что делает, а? Видишь, что утворяет? Давай я так сделаю. Ага, решил вытянуть две карты пока, да? Испугался ставить что-то там.
Окей. Ну давай, 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 быстрее. Время-то идет. У тебя все равно там что? Кто там, Бэтмен? Бэтмен, ё-моё. Ну что завис-то, ёк-макарёк? Что, выпал, что ли, тебе там что-то плохое, что ты перестал вдруг тут играть? Ты, здоровски, друзья, поиграли, блин. В данный момент мне не победы нужны, а именно выполнить задание. Переигрываем. Переигрываем. Такой расклад меня не устраивает. Он, видимо, вытащил карты. И, возможно, у него выпало не то, что он рассчитывал, и, соответственно, он просто перестал ходить. Ну, как они обычно и любят делать. А у нас с тобой, да, у нас только одно вот задание осталось. Это именно нанести 20 единиц урона профессору мозговая атака. И теперь будем с тобой до посинения ждать. А, нет, нашли. Так, зеленая тень. Сейчас от часу не легче. Да какой вызов ты мне бросили, ё-моё, вы чё, ребят? Так, это убираем. Вот это, наверное, тоже уберем пока. Ой-ой-ой-ой, куда же вы мне подсунули-то? Так, смотрим сейчас, кого он тут стоит. Пенёк. Пенёк, это плохо. А кого ты поставишь сзади пенька, интересно мне знать. Если я вот так вот, например, поставлю. Заморозки. Вот оно как. Друзья, у него заморозки будут. Ну что, если я сделаю вот так вот? И вот так. Сейчас будет замораживать, наверное, да? Так этого давнуть нам не получится. Единственное, что у нас получится, это сделать вот так вот. К примеру. Ну, я знаю, что у него там что-нибудь есть в закромах. Опа, опять заморозка пошла. Ха, подснежничек ставит. Подснежничек ты поставил, да? Окей. Так, у нас выпадают курицы. Давай вот так вот сделаю. Ну, сейчас будет замораживать. Подснежник, опять же, заморозка. Ну, сдался. Я даже не мог нанести ему урон. А мне нужно 20 единиц урона нанести. Ну что, ребята, вы издеваетесь сейчас надо мной? Вы издеваетесь или что, я не пойму? Сдаетесь вы. Все у вас там было, все хорошо. Ну там понятно, 8 уровень. Это возможно. Но все равно, ребята, он же получил награду за прошлую лигу. Клевер. Получил. Значит, он играл. Значит, он дошел до каких-то результатов. Так, сейчас посмотрим, кто у нас тут. О, орешек. Орешек, наверное, нам сейчас устроит тут карнавальную ночку.
Ну, это, конечно, жестко. Да ё-моё. Вы издеваетесь, что ли? Ребята, ёк-макарёк. Я на халяву получил 31 ранг. Прикинь. Я получил еще и эту чернику. На халяву. 31 ранг. Офигеть. Во. Вот, ребят, на равных. Бонгчой и я. Тут уж продуманный должен быть чувак. Офигеть, вот тут надавали-то мне. Ну давай. Ай-яй-яй. Так, танцора 2, да? Вытягивает карты, молодец. Я двух танцоров поставлю. Так, вот это вот мне нужно. Капелька, ты серьезно? Так, у него есть удар по земле? Я бы применил бы, если бы у меня был бы, чтобы убрать вот этих двух. Тоже неплохо. Тоже неплохо, как вариант, ребят. Блин, неужели защита еще сработает? Ну, блин, неужели ставить эту? Не буду я ставить пока. Я поставлю ландшафт. О, это нехорошо. Ну, этот мы уничтожим, это понятное дело. Огурец тут не проживет. Блин, пока не хочу ничего делать. Ну что, он будет прокачивать огурец-то свой или что? Прокачивает, молодец. Ясен перец, он беспокоится, что его уничтожат. А его в любом случае уничтожат. Пока он этого еще не знает. О как. Ты гляди, что вытворяет. Так, ну, во-первых, мы сделаем вот такой вот образ. Хоп. И вот так вот. Поехали. Такс. Давай вот сюда вот поставим. Так, мне нужно еще нанести 8 единиц. А, 12. 12 единиц. Ну, тут понятно, у него еще сработает защита. Что нам потом делать, я пока ума не приложу. Ага. Допустим. Как нам потом вот это вот убрать, а? Два урона по земле. Так. Защитка сейчас работает у нас. Великолепно. Так, ну что тут сделаем?
Сделаем так. Потом что, наверное? Нет, это сюда неохота ставить. Давай, наверное, вот так вот. И вот так вот. А там будет видно. Так, уничтожает растение. Окей. Перец. Перец-то откуда взял ты? Все на этом? Так, сюда вот поставим от этого. Че, поехали. А тут, как говорится, уже кто кого переплюнет, да? Так, теперь посмотрим. У меня только спасение. А, все, уже поздно, ребят. Уже поздно. Я думал, спасение будет у меня в виде курицы, но не вышло. Ай-яй-яй, не нанес я ему достаточно урона. Если бы не вот этот вот прибавочка, все, крышка бы ему была. Так, это мне нужно еще 8 единиц урона нанести, да? Я не могу за этого профессора играть. Он меня раздражает, если честно. У меня нет карт для него нормальных. Когда против меня он играет, там жесть что творится. Опять. Это не тот же самый ли мне выпал, а? Ребят. Такое ощущение, что тот же самый выпал. Кактус. Ну, давай попробуем. А сейчас посмотрим. Hello. Hello. Выстрел, да? Давай посмотрим, что нам здесь. Ну, нормально. Такс. Да ничего я пока не буду ставить здесь. Да, по-моему, тот же самый, ребят. Космонавт. Ты запарил меня со своими этими. Это тот же самый, ребят. Что, я не вижу, что ли? Так, погнали. Окей. Сколько он там? Ага. Пропустим. Вот жук, а. О, смотри, что вытворяет. И по одной единице урона всем, да? Поехали. Окей. Что мы тут можем сделать? Так. И так. Он все нашаманивал за счет этого огурца. Да ты посмотри, блин, а. Я думал, что он все за счет огурца шаманил. Нет, ребята, оказывается, он, это у него уже все и было. Ну что тогда делать?
Тут уже ничего не поделаешь, поехали. Ты, блин, серьезно, что ли, а? Откуда ты этот-то взял? Ну, не знаю, друзья. Поехали. Нам, по-моему, тут опять трындец приснился. Вам не кажется так? Сработает защита? Да какая там, блин, защита, ё-моё. Ну, да и ПРСТ, блин, еще одну единичку атаки нужно сделать. Че, опять что ли сейчас этот охламон мне достанется? О, Роза. И опять же 31 ранг. Такое ощущение, что он как будто бы меняет просто персонажей. Ладно, поехали. Да. Одно не легче другого выпадает. Но я сомневаюсь, что он будет ради этих тратиться. Конечно, не будет. У него там заморозка есть, ему хорошо, комфортно. Могилка. Досталось. О, видишь, что? Трындец. Теперь вот пора проверить, есть ли у него могила эти. Опа-на. Я понял вашу приколюху. Что, спрячем? А вот это хорошо. Вот это вот, ребята, очень хорошо. Пропускаем ход. Так, ну что, поехали. Да ну-ка, ну куда ты, блин? Куда же ты его поставил-то, а? Ну, понятное дело, что у него срабатывает. Это к бабке не ходи. 5. Что будем делать? Так, наверное, выставлять. А у него сейчас бац и превратить в другое. Какой-нибудь там, я не знаю, в козла, да? Или во что он там превращает обычно. Да, он действительно на бобовых играет. Все? Так, в кого мы там превратимся? Ты серьезно, блин? В Фуфляндию в эту превратился? Не надо мне тут пока ни в кого превращаться. Вот, вот это уже хорошо. Вот это уже хорошо. Так, получается, мы можем этого подбить. Мы можем этого уничтожить. Вон, ты видишь, что вытворяет. Этому сейчас устроим кирдык. Все? Ну да, конечно. Так, давай-ка вот этого хлопнем. И здесь, наверное, вот так вот сделаем. Сейчас
Сейчас опять у него сработает защита. Это нелепая. Так, ну у него больше нет защиты, да? А у нас есть. Давай вот так, наверное, сделаю. Пока других вариантов нету. Опа-на. Превращает в козла. Так, это получается 4, если что, в лицо нам прилетит. Ну, защитушка, сработай. Ой, хорошо-то как, ребята. Ой, хорошо. Давай сделаю вот так вот. Сейчас будем превращать. Уже не будем. Ну что, рискнем. Бу-бух. Что мне здесь делать? Не знаю, только так и вот так. Надеюсь, он не прочухает фишку. Ну все, друзья мои, убираем и пробиваем. Так ведь? Иди отсюда. Поехали. Пока. Отлично. Ну что, 20 единиц урона мы нанесли, как хотели. Да, ребят, все отлично получается. Нам остается всего лишь 105. Какой 105? Ну да, 105 кристаллов получить, ребята, и все. А это, в принципе, не так уж и много, на самом деле. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!